Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Песня в 21.00 начинает свою программу. Ну, сегодня у нас замечательный день, 3 декабря. Сказать, чем же он замечателен, этот день, 3 декабря? А он замечателен тем, что 28 лет тому назад, дай бог памяти, Джордж Буш и Михаил Горбачев взялись за руки, вышли к миру и сказали нашей планете: все, друзья, холодная война закончилась. Теперь можно не тратить деньги ни на атомные бомбы, ни на ракеты, ни на подлодки всякие. Можно строить дороги, можно поднимать медицину, можно летать в космос, можно делать много-много чего интересного. И вот у нас было 28 лет на то, чтобы это все сделать. Ну, похоже, кооператив «Озеро» перехватил инициативу, и деньги, которые должны были уйти на дороги, на медицину, на образование, на культуру, на космос, вот, ну, они ушли куда-то в другое место. На мне не случайно вот такая маечка. Это кто-то знает, я думаю, что сейчас в интернете. Алекс Лисовский, Лариса Лазарева, ну, конечно, Антон Казак. И выскочил. Александр Кукушкин. Привет, друзья. Здравствуйте, все, здравствуйте. Очень рад, что вы с нами. Вот с нами это со мной, с Лисом. Маргарита Кондрахина. С Еленой Пичук, нашим оператором эфира. Вот. Так вот, на мне не случайно эта футболочка. Мне ее подарили в городе Вашингтоне на прекрасном детском фестивале. Фестивале детских театров. Там я много чего хорошего... Русскоязычный. Много чего хорошего посмотрел. Замечательный фестиваль, дающий детям шаг вперед, возможность выйти вперед. Ну, есть маленькое сомнение насчет призового фонда. Дело в том, что... ну, ладно, об этом ничего не скажу. Пускай останется загадкой, что такое призовой фонд. Вот, и... И решил я сегодня исполнить песню «Лиса». Это одна из моих крайних вещей, или последних. Дело в том, что именно сейчас, в эти дни, я совершенствую, готовлюсь к показу спектакля «Маленький принц». Вот. И буквально вчера на финской границе встретил настоящего живого лиса, с чем с вами в Фейсбуке поделился и в ВКонтакте. Настоящий живой лист подошел ко мне на границе и сказал типа «привет». Ну, на своем лисьем языке, но я его понял. Вот. Возможно, это был перекрашенный писец, который кому-то подкрался. Но, в принципе, это был лис. И сейчас в рамках подготовки своих учеников к спектаклю, чтобы не лишний раз им напомнить о том, что у них скоро спектакль, а спектакль состоится 19 декабря, «Маленький принц». Вот я спою песню из этого спектакля. Приглашаю всех желающих по записи, естественно, это произойдет. Песня, так она называется, «Песня лиса». Тот момент, когда лис прощается с маленьким принцем и дарит ему виртуальный подарок. Когда говорит, что вот пшеница, она мне не нужна, я не ем хлеба, но... Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Германия с нами. Америка с нами. Присоединяйтесь. Быстрее зовите друзей, пока я еще не начал петь. Ну, потом, в конце концов, сможете посмотреть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и даже в Телеграме. Или в Инстаграме. На Ютубе. На Ютубе. Итак, песня «Лиса». Подарок маленькому принцу. Знать должны и взрослые, и дети. Летчики, фонарщики, врачи. Каждый человек всегда в ответе за того, кого он приручил. Ведь жизнь, она такая, старт и финиш. Короткометражное кино.
главного глазами не увидишь. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Пшеница колосится. Слышишь, дивный сад цветущих роз? Мне картина эта пригодится. Помни твое золото волос. Ведь жизнь она такая, старт и финиш. Короткометражное кино. Главного глазами не увидишь. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. По свету не качало. Помни, во вселенной есть цветок. Путь к нему начал твоих начало. Путь к нему итогов всех итог. Ведь жизнь она такая, старт и финиш. Короткометражное кино. Главного глазами не увидишь. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Сердце одно, такая пауза. Лена Кирочка Мурай, Татьяна Егорова, Татьяна Демичева, Лена Гроссу, Андрей Галушкин, Вера Пологих. Все присоединились. Спасибо, что были с нами. Если вам это все понравилось, делитесь со своими детишками. Хотя песня, мне кажется, достаточно взрослая. Сам Экзюпери и его произведение «Маленький принц» — это, мне кажется, взрослое произведение. Еще в этом спектакле есть еще 5 песен. Это песня Вячеславца и песня делового человека, песня «Диалог принца и розы», песня, ну, в общем, хорошая песня «Фонарщика», «Пьяница». Вот, я надеюсь, что в процессе наших программ «Песня 21» я вас познакомлю со всеми песнями постепенно. Ну, а сегодня вот такая песня «Лиса». Подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. Приходите на спектакль, приходите на фестиваль детский в Вашингтоне, по большому счету. Давайте дружить и помнить, что 28 лет назад у нас был шанс сделать мир лучше. Михаил Горбачев и Джордж Буш закончили холодную войну. Обнимаю вас. Продолжается полет на нашем замечательном
челноке под названием «Земля вокруг Солнца». Давайте беречь и то, и другое. Пока. Пока.